Тут целое посольство какое-то. Куча, о, полицейский. Куча, тут куча дверей, куча всего. Всё, в порядке? Ты словно из камня дробилки вылез. Ну я ж тебе говорю. Электронный хлам. Пойдет. Тут какие-то общины или что это такое? Что у нас тут? Мы не можем сидеть здесь вечно. Да, прикол, сколько тут зомби. Так, нам какой куда-то... У кого-то... О, я к мэру пришел. План? Что за фигня? Привет. Тот мэр... всего. Мэр тот Танис. Что-то мне напоминает Танис из Бордерлендса. Понятно. И по имени. Так, во второй части она тоже будет? Конечно, куда же без этой безумной ученой? Что за фигня? Он говорит... Скажите мне, ради бога, такие, и как вы сюда попали? Пропустить, сюда пропустить, пропустить. Да-да, очень интересно. А надо было к нему подойти, да? Ну, пойди, да. Что-то нас тут четверо. Ну, это для кооператива же все сделано. Этот урод слово в слово повторил то, что сказали эти козлы в полицейском участке. Все катится под откос, и теперь каждый за себя. 300 семей. По-моему, у него ублюдки в городе. Синдром Паркинсона, лянь на него. Да, я вижу. Они играют за свою команду. Думаю, и нам стоит последовать их примеру. Что ты имел в виду? Я говорю, нам надо найти того парня с радио. А спасатель? Мы же обещали помочь. Да в жопу спасателя. Поняла. Мы бы не застряли. Ну, звони. Видел, у него даже рация уже есть. Вообще крутой. Джин, ты тут? Да, тут. Вы нашли что-нибудь? Мы сворачиваемся. Забери нас у выхода из канализации. Но что вы собираетесь делать? Если мы хотим выжить, надо уходить. Здесь нам не помогут. Так это мы должны помогать другим. Только мы и можем помочь. Какая наивная! Спасти отца, но я еще могу спасти других. А кто она такая? Ну, мы ж ее в этом... В гараже нашли. Ее отец помог нам забацать машину, вот эту бронебойную большую, понял? С помощью которой мы добрались до церкви. Я обещала людям найти им еду и лекарства. И я это сделаю с вами или без вас. Либо действуем по плану, либо я забираю машину, а вы как хотите. Ты без нас тоже не справишься. Ты же это понимаешь. А если ты бросишь нас тут без машины, то и нам не выбраться. Никому не выбраться, если мы им не поможем. Интересно, как она говорит на расстоянии практически метра. Она права. И что ты хочешь делать, Джин? Скажи нам. Достать для всех припасы. Курорт, церковь, полицейский участок. Как-то рот у них глупо открывается. Да, немножечко неестественно. Мы достанем припасы для всех, кроме копов. Эти в состоянии позаботиться о себе сами. Потом найдем того мужика, окей? Я буду у выхода. Она почти рот не закрывала. Немного глуповато выглядит, но ладно. Поляки все-таки игру делали. Да. Да. Так что им это можно простить. К ним мы должны, нет? Не к ним. Не знаю, мне... Как в Новом Орлеане. Так. Все крутится вокруг. Ой, я куда спрыгнул. Где ваш пропуск? Какой пропуск? Ты что несешь, парень? Мэр, наверное, знает, что делает. Так, надо куда-то наверх идти. Не знаю, я поднялся наверх и спрыгнул. А вот так, какой-то парень. С мэром. Я знаю, где найти. Блин, а у меня опять алкоголь, ладно, выпью. Отсюда есть рынок. Пошатаюсь том, чуть-чуть. Путь будет непростым, но ты же не исти. Короче, соберите припасы в супермаркете. Но прикол в том, что там обосновалась какая-то банда. Зомби или просто банда? Банда. Вот патронов как раз насобираем. Пропустит кого угодно, если поднесешь ему. Так, иди вниз. Сначала иди вверх, теперь иди вниз. Мосты должны были быть подорваны. Это был единственный... Блин, как мне отсюда выбраться? Я не должен никого пропускать, но могу и закрыть глаза, если вы для меня... Найдите алкоголь. Я спрыгнул, а как отсюда выбраться, я понятия не имею. Почему нет? Во не двор. Знаю, а, сейчас... нет, вот тут дверка что есть. Если ты сходишь... Куда мне, сюда идти? Да, вот к этому парню. Пожалуйста. Бухарю принесли алкоголь, и он нас пропускает. Ты что, бухарь? Ну да. На Кастро похоже. Кстати, опять. Эта штука. Ладно, глянем, что здесь можно сделать.
Так. А, выходим. Ладно, пошли. Канализация опять, что ли? Ну да, мы оттуда вышли, туда и пришли. А в чем прикол? Мы с другой стороны должны опять выбраться, я так понял. Да еб вашу мать! Где-то это вот вода, наверное, на ту сторону должны пойти. Мне это совсем не нравится, опять по этим канализациям шариться. Да, вот, наверное... О. А как ты так бежишь, интересно? Ля, спрыгнул. Его что-то... Ой, умирает, лянь. Да он я умрет вижу, туда. Его что-то бьет. Там, наверное, какая-то кака. Да ладно, как ты догадался? Хана тебе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, парень. Блин, мне нечего его гасить. Я по левой стороне пойду. Хотя не знаю даже. Да отвали, вонючка. Как, нечем? Кинь в него что-нибудь. Кинул. Две штуки пришлось выкинуть. Ну да, я знаю. Эй, я бью туда просто. Ну ей пофиг, она, видишь, сильно вонючая. Да я вижу. Женщина, помойтесь. Ой, нырятик. Так, тут лестница ведет наверх. Нам по лестнице, наверное? Ну, или я вроде нет? Ее добил. Так, сейчас посмотрим. Тут еще да. Какой-то уважаемый человек. Нет, там не по лестнице, нам дальше. Да, здесь практически ничего. Ох, нифига себе. Блин, меня током бьет сам зомби. Подожди, тут есть баллон. Какой баллон? Ну, кинуть. И опять комната без вес... Что это такое? Прикол, а что я с этим могу сделать? Понял, стрелочки и черепки лежат. Ну, наверное, это для задания какого-то, ладно. Ладно, пошли дальше. Понял, нарисованная стрелка на стене и прям вниз, и там пачка черепов валяется. Может, задание какое-то дополнительное будет, да. Скорее всего. Пум. Как быстро спуститься, так как пожарники, так джик, нельзя? Нельзя, к сожалению, было прикольно. Как принц оф пёжи. Отпёжиный. Так, тут еще какие-то парни. Вот еще бочка. Да пофиг на бочке, нам сюда надо идти. Тут уже за стенкой кто-то орёт, и мне это не нравится. А, понятно. Опять этот? Опять. Это парень. Дай что-нибудь не выкину. Я не убила. Отойди. Я тут повыкидывал всего. Так, где мои вещи? Я одну дубинку беру для кидания. Она тяжелая, урон много наносит. Тяжелую трубу возьмем тоже. Так, фонарик садится, это плохо. Нам туда. Да, я смотрю, что здесь валяется. Тут пипец темно. Хавчик. О, прикол. Какие-то зомби вообще наглые, пипец. Зато можно человеческую многоножку делать. Точнее, зомби многоножку. Ладно, неважно. Мы обратно пришли, да, или что? Да, походу, да. Лежать. Не вставайте. Не нужно. Так, да, вот выход. Доберитесь до базара через канализацию. Либо мы, может, в другое какое-то место пришли, либо... Загрузка рынок. Либо назад же. Ну, вроде мы в другое место пришли. Ну, рынок, да. Хотя мы рынок и в городе находили тоже. Хотя такое место я не помню. О. Ну, это тебе топорик он может взять. А, это молоток. Молоток, неплохой урон. Перекрой эти. Абузеров, да. О, черт! Лежать, парни. Уже не нравится. Что ты бочку туда кинул? Тут еще одна. Да, сейчас бери бочку, сейчас там есть один здоровяк. Да я слышал. Сейчас задавим этих. Да, вон он, здоровяк. Блин, я не докину. Куда не докинешь? Бля. Прям ко мне прибежал. Твою мать. Вот туда я не докину.
Есть, закинул. Ты выжил? Ну да. Только отлетел немножко. На метров 5. Когда я так прикольно умираю, так труба лежит, надо бы ее забрать. На тебе. Да пошел вон. Перелом, slow motion. Все, запинали. Как обычно. Так, а что тут? А что тут? О, тут еще кушать. О, тут модификатор есть. Колючка. Фрукты. Ой, зря я сюда пошел. Ой, ребят, вас слишком до хрена. А я сильно усталый. Это что такое? Болты. Гвозди. Провода. А ну-ка, модификатор какой там был? А, нельзя его пока сделать. Банка с мясом. Ну, банку с мясом забацаю, пригодится. Где там модификатор, да, возьму? О, а, нет, требуется умение. Да я его взял уже. Ну, нет, я модификаторы на всех можно брать, скажем так. Ты я запчасти не могу набирать. Понятно. Я там поубивал немножко. В тебя ударилась бочка такая. Так. Ничего тут не наблюдаю. Интересного. Что это такое? О, уважаемый. Все. Можно вот баночку купить. Да-да-да, можно хлебнуть. Так, а тут у нас дальше. Проходец. Глянь. Я вижу. Подожди, не открывай. Тут куча всего валяется. Так оно и не открывается. Инвентарь полон. У меня инвентарь полон? Да ладно, вы шутите. Тут энергетик лежит. Так, доберитесь до главного зала. Ну вот этот проход. Ну я вижу. Лол. А там, такое? Короче, очень много парней. Не, проход с другой стороны. Я знаю, но именно в проходе дофига парней. Ждать, кого там. А тут что-то еще есть? Ну вот здесь я имел в виду проход. Музычка. Алкоголь, алкоголь. Деньги. Выключил музычку. Перевесить картину? Опа! Деньги. Сейф с 1000 деньгами. А тут есть это, модификаторы? Тут не я видит? Не видел. Хорошо, нахер отсюда. Так, идите, выход. Да вот, дверь. Дверь. А, такая большая. Что за мудак вас впустил? Что за мудак вас впустил? У меня чувак исчез тут. Он был здесь, но он исчез. Я тоже такой, что он как будто убежал. Не, он как будто и просто исчез. Не, вот он. Ку-ку. Так, патроны, патроны. Ой, у меня жизни мало. Он, кстати, неплохие пистолеты. И, кстати, меня неплохо сейчас убьют. Тут жизни полно, где я стою. Я знаю, сейчас я тут наберу энергетиков. Блин, а как патроны перебросить на другой пистолет? Никак. Сейчас, Джеки, сяди! Пистолет, пистолет, 45 патронов. Так, понеслась. Блин, я никого не вижу. Я одного убил. А, вон вижу. Да, стрельба здесь очень странная. Я бы сказал, тупейшая. А можно в него пистолетом кинуть? Я дубинка этот. Он так смотрит! Я его запинал. Такой, сама добрость. У меня этот чувак лежит, он с таким добрым выражением лица умер. Типа, ребят, я не хотел вас стрелять. Ну, не знаю, лица не вижу их, нет. Не, у меня что-то его видно. Я запинал. Так. Алкоголь? Нахрена мне алкоголь? Где мой пистолет шок? Кто-то опять стреляет. О, тут для... тут синий экран смерти. Windows? Ну, не Windows, а какой-то монитор. А, я вижу. Телевизоры какие-то, мониторы. Ну-ка. Класс, да. Хоть бы разбивался. Размечтался. Так, кто стреляет? Да тут еще парни есть.
Где они? Тон умирают. Я не вижу никого. А, вон, да, башка. Я вижу, башка торчит. Еще одна слева. Штуку получил. Да вон слева еще, башка торчит. Блин, запрыгнул, хотел ударить ногой, застрелил. Ну ладно. Так, последний где-то еще. Все, ребят, готовы. Теперь можно их шмонать. А куда вот эти пистолеты выкидывать потом? Не знаю, я пока их собираю. Дефективные. Пока у меня место есть в инвентаре. Я сейчас буду выкидывать, потому что это не дело. ID персональный. А вдруг тут что-то полезное. Так, сейчас глянем. Инвентарь. Что у нас там? 11 алкоголя. Нахрена он? Коктейли молотов бацать. Тормозное есть. Пистолет. Тормозной алкоголь? Не, пистолет тормозное. Не, ну такие есть. 352, 350, 400 долларов. Медленно. Ну, 400 долларов можно оставить. 400, о, самое дорогое. Так, кассы, пропуски, деньги, все проверим тут. Так, вот это вот я повыкидываю. Тут до хрена этих напитков энергетических. Тут их очень много. Алкоголя до хрена опять же. Алкоголь в автомате с энергетическим напитком. Где логика? Понятия не имею. Капец. Так, тут я вижу, больше ничего такого не найду. Так, а подожди, это что такое? Тут фрукты есть. Такое несомнительного качества, мне кажется. А, это так, медленно. Нам, пойди дальше надо идти. Ну, пошли. Тут еще уважаемый друг лежит. Пистолет дефективный. Ну, давай. Да я их повыкидал уже. Не буду подбирать. Так. Передо мной прям двери закрыли. И задвинули этим шкафом. Я слышу. Козлина. Еще тебе... А, вот дверь. Там и закрыта тоже. Что ты делаешь? Выламываю дверь. Ой-ой-ой, уважаемый, я чуть не испугался. Но это чуть. Так, кстати, у меня скоро уровень будет. У тебя там, он когда там уровень? Ножик. Он тут факт валяется под ними. Аргументы и факты. Банойский вестник, выдержка 27. А, вот они. Лол. Я их, через стенку, я их бью через стенку, да. Изи! Больше не ломится. Привет. Лежать. Капец. Через стенку. А чё, у меня пистолет тоже валялся-то? Так, вот и надо всем сейчас звонить мне как раз тогда, когда я занят. Надо. Это знаешь, это как закон подлости. Ложись отдохнуть, поспать, подремать деньком, да? И начнут все сразу привет. Звонить. Вот закуска. Ой, привет. Каблуками ему там раздавил. Все, что можно. Меня половину снимает при этом. Усталости? Да. Там много. Очень, я бы даже сказал. Что у меня там? Так, оружие сломалось. Тут шумит. О, тут здоровяк. О, черт. А ну-ка, его пули вообще не берут. Надо было кинуть в огонь. Блин, я протупил. А ну-ка, этот. Не, он что, он в огне стоит. А, ну нормально. Значит, моя граната сработала. Я пули беру, только, наверное, в голову надо кидать. Ой, в голову стреляет, кидает. Воу! Тихо, парень. Дай его сзади поштрикаю. Бля, убил. Так, кстати, уровень. А уровень у меня что? Каждое убийство в состоянии ярости восстанавливает здоровье. Нет, неинтересно. Надо, наверное, выживание качать. Я не знаю, что мне качать. Увеличит количество подбираемых денег. Вообще бессмысленно. Увеличивает... Что, вероятность превратить входящий урон в прирост выносливости. О! Это хорошо. Это надо. Так, и это. Сейчас гляну, что у меня. Давай,